Социальный контракт. Госпомощь для повышения уровня благосостояния семьи. К примеру, на создание своего бизнеса в Самарской области сейчас выделяется 350 тысяч рублей. Эта сумма позволила начать свое дело по производству мясных деликатесов и семье Фетченковых из Сергиевска. Идея им пришла на основе бытового опыта по изготовлению качественного питания, блюд, которые можно долго хранить. Кулинарный мир, он оказался такой большой и необъятный, что меня заинтересовало производство колбас, производство мясных деликатесов цельномышечных. И, собственно говоря, стал я заниматься колбасами, начал интересоваться, какое оборудование для этого необходимо, часть оборудования купил за свои средства и понял, что профессиональное оборудование стоит дорого, и я могу обратиться по соцконтракту. На средства соцконтракта Фетченковыми было приобретено профессиональное оборудование. Сейчас их цех оснащен мясорубкой со спецнасадками, большим холодильником, вакууматором, коптильней и не только. Это у нас колбасный шприц для того, чтобы наполнять оболочку колбасную разных диаметров. От сосисок до достаточно больших колбас, то есть простым движением руки. Это можно сделать и вручную в целом, конечно, набить оболочку, но будут пузыри, будет, возможно, бульонно-жировой отек в местах, где будет попадать воздух. А это позволяет с минимальным количеством, то есть сделать красивый батончик. Сегодня эти производители предлагают своим клиентам на выбор колбасы, деликатесы, мясо на шашлык, 12 сортов домашних консервов со сроком хранения 1 год. И даже удается отправлять в качестве гуманитарной помощи в зону СВО. Словом, этот соцконтракт действительно стал настоящей поддержкой для молодой сельской семьи.